Прокомментируйте результат, пожалуйста. Ничейный. Ну, игра как? Результат 0-0. Для вашей команды он и положительный, или отрицательный? Ну, я думаю, секрет не открою, что, наверное, отрицательный. И вы как вы думаете, дальше ваша команда еще будет бороться? Амбиции, вы думаете? Три тура есть, по-любому будем играть. Играть будем по-любому. Сложнее играть с командой, которая претендует тоже на чемпионство, на какие-то позиции в Еврокубках, или с середнячком, который уже не ставит особых задач по следующему чемпионату? Со всеми сложно. Очки надо у всех брать. Иногда получается, иногда нет. Вот и все. Можно сказать, что к финишу чемпионата ребята немножко устали, уже не показывают такой зрелищный результат? Не знаю. Может, психологически не выдержали мы. Думали, что они, а может, и мы не выдержали. Все может быть. Как вы скажете, ваша команда показывает чемпионскую игру в этом сезоне, а в особенности во второй части? Ну, в большинстве случаев показывал. До этого. К концу немножко, на самом деле. Второй матч потеряли очки. В чем причина? Что делать? Я же говорю, наверное, психологически не выдержали. До 70-й минуты, можно сказать, была равная игра. Моментов особо с игры не было ни у нас, ни удачи. В основном все было за счет стандартных положений. Конечно, в концовке нам пришлось очень тяжело. Удача хорошо использовала стандартные положения. Где-то и удача улыбнулась нам. Но я хочу сказать спасибо игрокам за дисциплину, самоотдачу. Я думаю, мы эту ничью заслужили. Помогли Шериф также? Мы в первую очередь помогаем себе. Мы хотели сыграть с одним из лидеров чемпионата на выезде и добиться положительного результата. Ничья – это для нас положительный результат. За положительный результат в матче с чемпионом футболистам вашей команды полагались какие-то премиальные? Это наше внутрикомандное дело, и я на этот вопрос не буду отвечать. Я же вам ответил один раз. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol.